Аликберов Тимур Садраддинович. Родился в 1969 году. Заслуженный мастер спорта. Сыграл за Дину 469 официальных матчей. Забил 302 мяча. Пришел в Дину в 1993 году из команды ЛЭК Ростов-на-Дону. Защищал цвета клуба до 2002 года. В составе команды 7 раз становился чемпионом России. 5 раз – обладателем Кубка России. 1 раз – обладателем Кубка Лиги. Признавался лучшим игроком страны в 1997 году. В международных клубных соревнованиях трижды побеждал в турнирах европейских чемпионов в 1995, 97 и 99 годах. В 1997 году во втором матче межконтинентального кубка реализовал оба 12-метровых удара в основное и дополнительное время, предопределив победу Дины в этом турнире. В 1994 году в рядах студенческой сборной России стал чемпионом мира. В составе основной сборной выиграл в 1999 году звание чемпиона Европы. Тимур забил второй мяч россиян в финальном поединке, выведя нашу сборную вперед, и реализовал свой послематчевый пенальти. В 2006-м завершил карьеру футболиста и начал карьеру тренера.